Книга «Открытым оком», том 2, тема «Крещение», вопрос 624. Может ли при жизни человек, не удостоившийся встречи с Господом, а веровавший в простоте сердца, надеяться на спасение? И нужно ли ему принимать крещение? Отвечает Игнатий Тихонович Лаптин. Слово «не удостоившийся» может иметь только два смысла. Жил на необитаемом острове или в мусульманской стране, истребившей всех христиан ради Аллаха, таковых Бог судит по их совести. И второй случай – человек искал собственные пути и отверг Божий путь спасения через Христа, думал в простоте сердца спасти самоправедностью. Этот путь смертельно опасный, прямо погибельный. Деяние 4.12. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Иоанна 3.18. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Евреям 9.22. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 1 Иоанна 1.7. Если же ходим во свете, подобно как и он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Уверовавший во Христа омывает грехи в крещении, погружаясь в воду. Деяние 2.38. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние 22.16. Итак, что ты медлишь? Встань! Крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса Христа.